Come on, David. Ответить на многие вопросы, которые вас беспокоят, которые ни обыкновенный человек просто ответить не сможет. Согласно Библии, там все ответы да. Где они? Люди, да вон они. На сайт зайдете и там все найдете. Ох, у нас даже у церкви уже сайт есть. Я говорю, православный библейский сайт. Православный библейский сайт. Увидимся. Они, Сереж, Коробейник. Коробейникова пошли. Да, да, да. По Змеиногорскому, да? Да, да. Ну, с Богом помоги вам, Господи. Девушки, православный сайт. Какие вопросы вас волнуют? Мы вы можете все найти. Спасибо. Давайте с Богом. Спасибо. Помоги вам, Господи. Православные сайты. Какие вопросы вас волнуют, вы все найдете. Помоги вам, Господи. Библейский, скажи. Библейский. Библейский, да, они разберутся. Православный библейский сайт. Какие вопросы вас волнуют, вы все найдете. Возьми, ты работаешь на компьютере. Поинтересуйтесь, вы же работаете, библейский и православный сайт. Где-то куда-то все уходили. Рыбка. Все, почему золотая? Ну, потому что счастье разносит. Христова рыбка. Девушка, православный библейский сайт. Возьмите, просто сайт. Узнаете ваши вопросы, волнуйтесь. Православный библейский сайт. Вам, Господи, спаси Христос вас.
Библейский. Русская православная церковь. Да, это, он так,